Он никогда не улыбается и невероятно придирчив. Все его боятся. Он сейчас здесь. Почему? Что? Ты вообще знаешь что-нибудь об экономике? Может, вы дадите мне шанс пересдать? Не трать мое время. Пройди курс заново. Зачем я тебя встретила? Да что с ним не так? Господин, как вы? Остановитесь, вам сюда нельзя. Возможно, кратковременная потеря памяти. Убирайся. Проснулся? Кто ты? Слушай, я твоя невеста. Из-за аварии ты ничего не помнишь. Вторых шансов я не даю. Убирайся. Работай лучше. А как мы стали встречаться? Я же милашка. Пациент из 202-й упал с лестницы. Пойдем. Поможешь мне? Напиши твой номер. Я просто хочу есть. Ты с ума сошел? Отец рисковал собой ради тебя. Это когнитивное расстройство. Он выражает эмоции по-другому. Вот так? Зачем я это сделала? Нужно уезжать. Господин. Нет. Почему вы так внезапно переехали? Мы не жили вместе. Но позже я... Давай оставим на потом. Отдай. Нет. Ма. Это все ложь. И любовь тоже. Он ушел. Ужасно. Все это нужно переделать. Впервые. Я не знаю, что сказать. Я был одинок. Босс, теперь ты все знаешь.